Однотрубная или двутрубная система отопления? Давайте разберемся. Однотрубная система отопления, она же ленинградка, состоит из одного подающего трубопровода, по которому теплоноситель проходит через весь отопительный контур и последовательно заходит в каждый отопительный прибор. К достоинствам такой системы можно отнести минимальное количество труб и фитингов, а также простую систему монтажа. Такая система подходит для большинства небольших помещений, цехов, автомоек. Недостаток у нее один, но очень существенный. Поступая в каждый последующий радиатор, теплоноситель постепенно остывает. Таким образом, не всегда удается поддержать комфортную температуру в каждой комнате. Двухтрубная система отопления является собой два замкнутых контура, один из которых служит для подачи нагретого теплоносителя к радиаторам, а второй для оттока уже отработавшей остывшей жидкости. В этом случае все радиаторы нагреваются равномерно. Данная система позволяет в каждом помещении жилого дома регулировать температуру по собственному желанию с помощью регулирующих вентилей. Двутрубная система является наиболее популярной, используемой в загородных домах. Недостаток у нее один – большое количество труб и фитингов. А однозначно ответить, какая же система лучше, невозможно. Однотрубная менее затратна и идеально подходит для небольшого дома. Двухтрубную можно устанавливать в зданиях любой площади. Она более современная, но при этом требует гораздо больших материальных вложений. Конечно, решение остается за вами, но за консультацией лучше обратиться к специалисту из области теплотехники. И пусть отопление в вашем доме работает непрерывно.